заказывали. Прохладно, молодые люди, я вам честно скажу. Даже маску не хочется снимать, да? Если вот иногда встанет мороз, везде тепло, а у нас холод. Ну, лето жарко. Девчонки, красивые в Абакане? Гюльчатай? Или Гюльчатай? Гюльчатай, да. Одна на весь Абакан, самая красивая. А что, надо привезти? Понял. Будем иметь в виду. А в основном же вот на шахте, да, полгода работает? Да. Нормальная только зарплата что? Или мало платят? Ну, у меня племянник помощником экскаваторщика работает, 33 получает. Сейчас хоть это русских по ночам заправляют, раньше не заправляли. В смысле? Ну, днем заправят, только стемнело, все, русского не будут заправлять. Ну, или забьют, или подрежут, и не найдут кто. В городе не заправится, выезжаешь, бутылку показал, все, 20 литров бери, пока скачиваешь с канистры. Он уже с полбутылки, все, труп лежит, пьяный. Ну, понятно, что заправляешься полный бак и уезжаешь. Вот поэтому и не любят. Как будто из Омска не уезжал, да? Я в школу так добирался, знаешь? Прямо перед школой был овраг, ров такой. Там колючая проволока, вот это все знаешь, да? Да. Ну, перед всеми школами. Так что вот эта фигня, это изи. Холодильник, микроволновка, чайник. О, бля, слава богу, музыкальный центр. Вот тут посуда. И вот посуда. Не, ну, закажите баню нам. Можно? Нет. Надо идти. Должны идти в администрацию, там оплачивать сразу. На снегоходах покататься с ребятами. Время 2 часа дня, снегоходов еще нет. Андрей, ты что думаешь, какой курс биткоина будет? Слава богу, проснулись после очень дикой вечеринки. Казалось, что мы вообще больше ничего не сможем никогда. Но мы на снегоходах. Сейчас куда-то поедем. Будем зарываться, вряд ли хорошо покатаемся, зато будет неплохой кроссфит. Ну, зато вы по пухляку поедете, пороете как следует. Лопаты-то у вас есть? Нет лопат, ни одной. Я у елки застрял, я выше шлема провалился. Больше, да? Серега говорит, что не просто так перерывы делают. Каждый раз, когда люди отказываются от обеда, всегда все застревают. Ребята, верьте в себя, не застревайте просто. Пацаны, чтобы вы понимали, вот надо кататься хотя бы недалеко. Знаете, я и вырасти не могу, вы. Андрюх, ноги в растопырку! Видишь, надо тянуть так, чтобы не наехал снежик. Да? А, извините! Нам только расскажи, как горку-то ехать, а то мы не знаем. Да, там вот так. Очень люблю снег. Жду момента, когда он перестанет уже идти здесь. Какое-то нереальное количество снега, и ночью здесь просто идеальная тишина, если вам посмотреть. Эти чуваки не бухают по ночам.
просто смотришь из окна дома, чуть-чуть освещение, просто идеальная тишина. Ни одного источника звука. Сегодня звучит потеплее, да? Снега еще больше, посмотри. Нормально, люди в такую погоду не катаются. Серега, а почему ты говоришь, надо убрать снегоходы оттуда? Ну, вот эта крыша может упасть и их завалит. Сегодня жестко будет кататься. Погода отличная, парни, для вас как раз самая подходящая. Я извиняюсь, вот это норма снега. Да, это норма, да, это дневная норма снега. А смотрите, чтобы вы понимали, когда снега было поменьше, здесь не было ни одного снегохода. У кого есть возможность не кататься, сегодня не катается. Такой снег люди тут ждут, едут, караулят. Такого снега 10 лет я не видел. Разом, чтобы выпало 3 дня. Да, давайте возьмем еще одного гида. Это необходимость? Это или... вот сейчас необходимо. Ну, давай берем второго. Берите второго гида, да. Сколько будет одеваться? Да? Сколько он будет одеваться? Погода, конечно, сейчас это снежный Армагеддон, просто нереально кататься, видимость нулевая, сугробы сумасшедшие. И сегодня супер вообще, я такого за 10 лет ни разу не ездил. То есть вы первый раз вообще приехали на снегоходах вот в такую погоду? Вы сегодня попали в условия, в которых вообще немногие выезжают. Сидит по отелю и отдыхает. Такого, что за 3 дня наваливает, вот тебе, ты же прыгаешь в снег, да, сегодня, ты уходил по шею. Я полностью уходил. Правильно? Да. Вот. Такой снег бывает нечасто. И надо было поехать обязательно, конечно. Молодцы, что поехали, потому что, ну, это кайф. А тут дорога есть или нет? Да, шаг влево, шаг вправо, ты петюка. Серега застрял. Сейчас Серегу, нашего инструктора, вытаскивают 1-2-3 человека, с него 75%. Это больше конверсатов. Чуть-чуть похоже, чем Питер, но бешеные! Я так скажу,
Квадрик херня. Мостик херня. И Сочи ваш тоже херня. Вот здесь кайф.